Шестой день в Железноводске. Сегодня проснулся пораньше. Люда еще спит. Думаю, пораньше Басю выгулить. А то мы долго вылеживаемся, у нас день потом бешеный получается, бегаем. Надо пораньше сходить воды попить. Время уходит на выгул Баськи. Вот сейчас пойду Басю погуляю в лес. Вот сегодня облачно, тучки, и прогноз обещают дождь. Тумана нету, ветер есть, да. Сегодня уже не как вчера. Вчера единственный день с такой солнечной погодкой. О, по-моему, даже дождик срывается. Сейчас что-то на меня капнуло. Вот это да, надо Баську идти гулять и бежать в бювет. Может быть, даже воды набрать, сюда принести, Люда, чтоб не ходила. Чтоб здесь попила бы. В бутылку наберу, потому что она 2-3 часа свойства держит. Ну все, пойду Басю выгулю я. Люда встала уже там. Все, Люда уже встала. Хотела ей сюрприз сделать. Пока она спит, погулять с Баськой, чтобы ей поспать немножко еще. Ладно. Поведу Басю. Люда пусть собирается. Приду и пойдем воду пить тогда уже. Пойдем, Бася. Бася, пошли, пошли. Иди сюда. Пойдем. Ну что ты стала? Пойдем. Иди сюда. Вышли гулять. Пасмурно. Ветер опять. Вот здесь потише в лесу. А там на открытой местности ветер. Иди сюда, куда пошла. Сюда иди. Иди сюда. Засранка, уже жрать ищет что-то. Вечно голодная. Иди сюда, говорю. Сюда иди. Я кому сказал, иди сюда? Иди сюда. Иди. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Крадешься. Сегодня, наверное, поедем в Пятигорск. Еще погуляем там. Немножко. Да, как погода здесь меняется быстро. Иди сюда, Вася. Ну-ка, иди сюда. Сюда иди. Да что ж такое? 10 раз надо сказать. По мусоркам аж за милое дело, за милую душу гуляет. Ну и куда пойти? Куда пойти? Вась, пойдем сюда. Пойму, камень или что это? Непонятно, носилки что ли? Чем-то накрыты.
дятел, что ли, так трещит. Пойдем сюда, Вася. Иди сюда. Не бойся, пойдем. Пойдем, пойдем, Вася. Иди. Иди сюда. Так, ну, я бы здесь перешел, Баська, не перепрыгни. Раньше, наверное, отсюда бы туда перепрыгнул. Бась, пойдем. Иди сюда. Бась, иди сюда. Молодец. Давай, вот тут слазь, тут пониже. Кто-то губнушку потерял. Нельзя, нельзя, Бась. Иди сюда, прыгай. Вася, давай. Спрыгивай сюда. Иди сюда. Давай, давай, давай. Опа. Да что ж ты? Тут низко же вроде. Так, пойдем сюда теперь, Вася. Я думаю, ты подымешься здесь. Я тебе помогу, если что. Вася, иди сюда. Пойдем, пойдем. Блин. Ух ты. Так. Ну тут, может, ей лучше будет. Или вот тут. Я сейчас тут помогу ей. Бась, иди сюда. Так, палку убрать эту. Вот так. Иди сюда. Бась, сюда иди. Иди, я тебе помогу. Давай, сюда поднимайся. Сюда поднимайся. Давай, давай. Ну, давай вот сюда. Так, давай, я тебе помогу. Давай, вот так. Давай, 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 давай. Давай. Опля. Все, пошли вперед, вперед, вперед. Вперед пошли. Пойдем, пойдем. О, бля. Все, поднялись. Крутой тут подъем. Вот наши окна. Сюда смотрят. О, вот где красная тарелка, только правее окна. Пойдем. Птички поют так. Вчера получше было. Наросты такие.
Идем немножко в гору. Небольшой подъем. Дерево вообще уже труха. Ой, оно вообще даже сейчас вот-вот и упадет. Вместе с корнями упадет. Пусть стоит, пока стоится. Так, что у нас там время? Бася вроде все свои дела поделала. 6:50. Да, это по Москве. Ну, в 7 часов бювет открывается. Можно уже, наверное, возвращаться. Идти. Водичку пить, чтоб пораньше. Пойдем сюда теперь, Вась, вниз. Она стала, думала, сейчас туда пойдем, еще дальше не хочет. Еще Люда дома осталась. Когда мы вдвоем идем гулять, она с радостью идет прям. Давай, батька, веди домой. Ты уже дорогу знаешь. Молодец, правильно идешь. Четко ведет домой. Так, а таблеточку Баське забыли дать. Немного, конечно, погуляли, где-то 15 минут, в общем, если брать. А тут затишка за домом в лесу. Сейчас вот выше поднимаешься, и все, ветер. Ну, хоть бы так было бы, без дождя бы только. Ну, 70 с чем-то процентов обещают дождь. А, вот шлагбаум же, елки-палки. Она ключи давала, то есть там ключницы висят от шлагбаума. Оттуда еще въезд, значит.
Собачка погуляла, уже идет кушать. Но мы 19-го уезжаем. Еще 2 дня здесь. Сегодня в Пятигорск. А вы только приехали? Откуда, если не секрет? Тамбовский, Волчицкий. Ух ты, далековато. Всех загрузил. С Тамбова люди. Со всей России едут. Так, куда я ключи дел? Васюля, заходи. Вась, на лифте поедем. Пешком не пойдем. Назад. Нет, нет, Вася. Мы сегодня спускались по ступенькам. Вася захотела. Там же дома мы по ступенькам ходим, лифта нет. Это мы еще находимся сегодня. Ты-то дома будешь сидеть. Ваське, наверное, погулять все-таки хочется. Мы все время одну ее оставляем, скучает. Хотя дома тоже она одна долго остается, особенно когда я на работе, на вахте. Все, Вася, стой тут, не ходи дальше, стой, стой тут, стой. Ну-ка, не ходи, стой. Нет, не грязно, ну. А? Все. Стой, стой.